Итак, здравствуйте, уважаемые наши зрители. Сегодня мы пришли в автокафе. Это на данный момент является единственной альтернативой Макдональдсу и вообще фастфуду у нас в Севастополе. Вот мы взяли авточиз, автобургер, фри среднюю и пепси. Цены, в принципе, не такие уж большие. Чтобы вы понимали, вот автобургер стоит 50 рублей. В школьной столовке отбивная стоит тоже 50 рублей. Давайте посмотрим, что внутри. А, это авточиз. Что мы видим? Булочку, котлету. Ну, такая неплохая кондиция. Мы видим внутри соус, огурчики, помидорчики. Давайте попробуем. Мы не будем это пробовать. Прибыло заказы. Посмотрим. Это автобургер. В принципе, то же самое все, но без сыра. Давайте попробуем. Как могу сказать? Так, я в таком. Немного суховато котлета. А так чувствуется кисло-сладкий соус. Так, я думал, не кетчуп давать, но нет. Также кола. Напиток называется кола. Но мы видели, как наливали пепси. То есть они нас, можно сказать, обманули. Что у нас еще есть? Картошка. Маленькая картошка. Ну, довольно неплохая, такие среднего размера картофелины. На вкус как будто бы спаржу в панировке запекли фри, потом сняли панировку, пропустили через блендер, получилось пюре и выпекли печенье. Вот такой примерно вкус. Я не знаю, ели ли вы печенье из панировочной жареной фри спаржи, но это можете попробовать. Следующий наш выпуск будет проходить в столовой гимназии номер 24, где мы будем делать обзор на отбивную, салатик и еще какую хрень там продают, я не знаю. Сравним цены, еще раз чек, и потом покажем цены из нашей столовки. На этом наша ревизия подходит к концу. Вкусно нам покушать. Как выглядишь? Да. А? Как выглядишь? Туда же нажми.